Добрый день, друзья! Я нахожусь у себя в теплице. Вот я вчера показывала видео, получила розы из Пензы. Но так как еще высаживать некуда, потому что на улице ночью заморозки, а потом сыр и грязь, что стоп, вот ямочку-то не выроешь. Ну вот, сейчас я буду сажать вот эти черенки. Вот такие ведра. Но они как не ведра, а типа кашпо ведрами сделан. Здесь большие очень отверстия внизу. Сюда же я вставила мешок. Вырезала в дне дырочку в этом пакете. И совместила дырочку с дырочкой вот с отверстием в ведре. Это для того, чтобы когда насыплю грунт, его не прикрыло. Ну, в смысле, не перекрыла, и жидкость перестала вдруг выходить. Поэтому все тут предусмотрела. Для чего я ставила эти пакеты? Ну, потому что в конце концов, все равно, может быть, через месяц или через сколько я буду розы-то высаживать в грунт. Поэтому мне удобнее будет сразу вытащить их с пакета. А потом уже как там будем смотреть, или разорвать, поставить, или как. Ну, вот так вот. А сейчас я начала составлять пока грунт вот в этом объемном тазу. Здесь я насыпала перегной, насыпала песочек. Сейчас добавлю сюда земли, просто с огорода размешаю и покажу дальше буду, как я буду высаживать. Итак, грунт я приготовила. На дно насыпаю немножко грунта. Много, потому что не разгонишься сыпать, так как глубина небольшая все равно. Так, берем декор Арлекин. Этикеточку так и оставляем. Вот очень хороший. Такие вот у него уже почечки. Корни с белыми всасывающими уже. Вот такие вот большие хорошие корни. Так. Ну вот он немножко у меня не хватает по глубине, но ничего страшного. Потом в грунт посадим, как положено. Я делала в прошлом году. Нет, в прошлом году я так не делала. Наверное, роз у меня не было весной, осенью, да. А вот позапрошлом году очень много так мне розы пришли рано. И пришлось вот так вот все посадить. Вот так до самого верха досыпала. Считай, здесь немножко вверху сделаю горочкой, чтобы по решечке прикрыть. Но это у меня, наверное, самый большой. Большая корневая. Тут сама вот чахну уже 5 дней. Вот так вот. Так вот сделаю я и остальные. Так. Это вот у меня тоже большие корни. Люция. Там еще название какое-то впереди у нее. Вот. Ну, тоже зеленые такие мощные стебли у нее. Корни хорошие. Также вот белые всасывающие уже есть. Пошла расти еще, пока ехала в посылке. Также насыпаю на дно. Все делаю точно так же. И вот досаживаю последнюю розочку. Немножко у меня тут перерыв был. Не хватило земли. Леня пока принес землю. Она такая тяжелая, вот сырая. Тяжело им было нести. Эти ведра тяжеленные. Ну ладно. Потихоньку принес. Перемешала с перегноем ее. Я что хотела сказать, что корни лежали. Они у меня когда разобраны там, как вы заметили. Они были накрыты у меня пленкой. Я с утра разобрала пленкой и полотенцем. И постоянно их сбрызгивала, чтобы всасывающие белые корешочки не пересохли. Вот. Теперь-то все не пересохло. Здесь все прекрасненько. Все я посадила. Вот. Пусть теперь растут. По ночам здесь, может быть, даже вот у двери будет и небольшой минус. Где-то ожидается через 3 дня, там, по-моему, в субботу будет. Или через 2 дня. В субботу, воскресенье будут еще немножко заморозки. А так-то здесь тепло. Утром сегодня пришла, здесь
вот у самого стеллажа под теплицей было за 20. Тут-то похолоднее. Ну вот, так вот я закончила свои розочки, посадила. Пусть растут. Потом будут зеленеть, я покажу. А сейчас я пока прощаюсь с вами. Пока-пока.